Чем дальше от центра, тем меньше признаков благоустройства. Конечная на проспекте 70-летия Победы в микрорайоне Суховка. Прямое тому доказательство. Пассажирам автобусов и маршруток приходится выходить прямо в грязь. Во-первых, у нас остановка сделана только с одной стороны. То есть, когда мы едем в город, у нас остановка есть. Когда мы приезжаем из города, мы, по сути, выходим в грязь, в лужу, где автобус остановился, там мы приземлились. Если нам идти в Суховку, значит, мы переходим дорогу, там помойка, идем мимо помойки. Как это проделать с коляской, это вообще отдельный разговор. Одна из жительниц, выходя из автобуса, получила серьезную травму. Нога поехала на скользкой глине. А вы обратите внимание, куда высаживают автобусы людей. 21 августа при высадке из автобуса я сломала руку и ногу одновременно. И мне вообще очень задается вопрос, а кто вообще за это будет отвечать? И здесь не только я пострадала, здесь очень много людей пострадало, просто не обращались. Я этот вопрос так не оставлю. Жители возмущают постоянная грязь. Площадка для высадки пассажиров практически все время занята припаркованным транспортом. Даже знаки и те установлены благодаря активной позиции жителей Суховки и Новой Дерябихи, которые пользуются этой остановкой. Проспект 70-летия Победы я предлагаю переименовать в проспект нерадивых ивановских чиновников. Потому что стыдно жить в нашем городе. Я недавно прочитала, что приезжал блогер, который назвал город очень мало впечатлений. Ну, от него было мало впечатления. Это было очень некрасиво. И, честно говоря, город сейчас похож на неубранную постель. Еще одна проблема. Вдоль проспекта нет уличного освещения. В темное время суток здесь бывает небезопасно. Так называемый проспект 70-летия Победы. Наверное, сарказм был у чиновников назвать так проспект, да, в честь Победы. Ну, дорога в отвратительном состоянии, яма на яме. Ни разметки, ни как такового освещения нормально не существует. Вплоть до того, что когда маршрутные автобусы и маршрут такси останавливаются, и ночью частично не видно людей, когда они выходят из автобусов. И, ну, и люди сами виноваты, что нарушают. И бывает, что можно создать аварийную ситуацию. То есть сбить человека или сам в аварию попадешь. На все вопросы жителей ответ один. На благоустройство денег нет. Сложность также в том, что часть земли принадлежит компании ДСК. И все же, не так давно проспект включили в перечень магистралей, которые могут отремонтировать в рамках программы «Безопасные и качественные дороги». Это перечень предварительный. Мы сейчас начнем проектировать. И данная дорога, как и все другие, которые будут включены и разработаться в плане БКД 2020, они, естественно, включают полный перечень, полный спектр работ, начиная от организации остановочных павильонов, искусственных дорожных неровностей, дополнительного освещения, элементов безопасности, разворотных колец, если это есть необходимость. Ну, естественно, основные моменты, они все будут учтены при проектировании и уже будут организованы в рамках проектных работ. В мэрии сообщили, работа по изъятию участков, находящихся у ДСК, идет. И если все получится, то у проспекта 70-летия Победы появится шанс и внешне соответствовать своему гордому названию. Любовь Почерникова, Антон Осипов, РТВ Иваново.